Росавтодор встал на защиту трассы «Скандинавия». Сегодня агентство Минтранса опровергло информацию о том, что дорога, где произошло ДТП с 10 погибшими, относится к данной проезжей части. В ведомстве также добавили, что «Скандинавия» соответствует всем требованиям безопасности. При этом в народе ее называют не иначе, как «дорога смерти». По заверению чиновников, ремонтируют трассу ежегодно. В свою очередь ряд экспертов утверждает, «Скандинавию» нужно именно реконструировать, а не ремонтировать. Кто понесет ответственность за аварию, пока не ясно. Напомню, автокатастрофа с участием маршрутного такси и лесовоза произошла в минувшую субботу. Погибли 10 человек, трое пострадали.